приветствую вас. Вы знаете, я бы, наверное, не сказал бы о том, что вам нужно именно вопросы какие-то задавать девушке. Я бы сказал больше, что вам нужно просто общаться, просто разговаривать с ней. Вот, и все. Как бы. То есть вам не нужно пытаться, значит, как-то что-то там спрашивать, как-то что-то выяснять у нее, да, и так далее. То есть вам, ну, правильно, вот сказали мои коллеги, что не нужно превращать, значит, свидание в собеседование. Вот. Это, ну, да, ну, это достаточно негативно сказывается на, ну, на отношениях. Вот. Поэтому я думаю, что имеет смысл, да, имеет смысл, если вы вот первое общение ваше с девушкой, ну, проведете максимально непринужденно, да? То есть вот прям вообще вот максимально непринужденно, чтобы ей было спокойно и хорошо, чтобы вам было спокойно и хорошо, вот, и так далее. То есть мне кажется, что вот, как бы это такой самый, ну, оптимальный вариант, который вы можете выбрать для себя. Вот. Ну, в принципе, наверное, все, да, то есть нельзя, видите ли, при всем желании, да, нельзя воспринимать девушку как какого-то, ну, испытуемого, да, как какой-то объект. Вот. Нельзя. Это, наверное, было бы неправильно. Вот. И сама девушка, она как бы почувствует это от вас, если вы будете, ну, вести себя так, да, она сама это почувствует, она сама это ощутит, вот, и, поверьте мне, то, что приятно ей не будет. Вот. То есть здесь опять же вот именно история как бы о том, чего вы хотите. Вот. Ну, для себя, да? Что вам нужно для себя. Вот. То есть если вы ищете действительно человека, который вам, к примеру,
там будет хорошо, комфортно, да, вот, то это одно. Если вы выбираете себе какого-то такого, знаете, вот, партнера просто, да, который должен удовлетворять ваши, значит, потребности, допустим. Вот, это, наверное, все-таки уже другой аспект, другой момент, другая история. Вот. Поэтому нет, я не думаю, что это хорошая идея. Я не думаю, что это хорошая идея. Значит, задавать девочке вопрос, вот, какие-то такие вот, значит, потому что это действительно будет просто похоже на допрос, значит, штука. А допрос это, ну, не то абсолютно, что сближает людей. Вот. Поэтому я надеюсь только на то, что вы, ну, для себя это учтете. Я надеюсь только на то, что вы для себя это выделите. Вот. И я надеюсь, что вы все-таки определитесь, значит, как вы девочку видите. С другой стороны, если вы считаете там, или вот просто боитесь, что вам, к примеру, да, не о чем будет говорить, ну, с ней, допустим, если вам не о чем будет говорить с ней. Ну, это как бы решается, да, за счет, путем, точнее, того, что вам интересно, путем того, что вам нравится, ну, самому. Вот, и путем, наверное, предварительного, скажем так, общения, предварительного, скажем так, взаимодействия. Вот. Вот так я, в принципе, думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Надеюсь, что это было полезным для вас. Вот, надеюсь, что вам это понравится мой ответ. Вот, и в целом лучше, ну, было бы лучше, если бы вы обрисовали цель. То есть, если бы вы обрисовали цель, для чего вы хотите, ага, ну, выстраивать отношения, да. Вот какая цель? Вот. То есть, если отношения серьезные, да, то это одно. Если отношения вы устраиваете там, ну, просто для того, чтобы, да, там, к примеру, то это, ну, это другое. Это уже другой аспект. Вот. Так что, я думаю, так
можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все, в принципе. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.